В итоге состоялось очередное заседание Совета по этике. На повестке дня было рассмотрено семь вопросов, в том числе проблемное дело индерского чиновника. Подробнее расскажет мой коллега Алишер тулиген Аким сельского округа Будине Индерского района пользовался служебным транспортом в личных целях. Свои действия чиновника продал отсутствием опыта работы в сфере государственной службы и незнанием об ограничениях использования госимущества вне служебной деятельности. Я не молодой парень, а сознательный взрослый человек. Хочу заверить, что больше не допущу таких ошибок. Также хотел попросить отправить меня на тренинг или обучение. Как известно, незнание правил не освобождает от ответственности. Закон равен для всех. Учитывая отсутствие у чиновника опыта работы в сфере госслужбы, взвесив все за и против, члены совета по этике пришли к единогласному решению. На основании предложений членов Совета по этике предлагаю Акиму Индерского района наложить дисциплинарное взыскание на Акима сельского округа Бодине Булату Иса в виде строгого выговора за несоблюдение требований пункта Этического кодекса государственных служащих республики. В завершении встречи члены совета по этике дали рекомендации по реализации борьбы с коррупцией в государственных учреждениях и обеспечению контроля за соблюдением сотрудниками служебной этики, — лишь для